Нам нужна картошка, укроп, пергаментная бумага, сухая аджика, черный перец, подсолнечное масло и чеснок. И также соль. Все очень просто. Сейчас ассистент начинает перемешивать. Все это. Картошку. Так, берем сухую аджику. Немного. Очень простой рецепт. Укроп. Чуть-чуть. Теперь черный перец. Все это можно сделать любой. Также в домашних условиях. Соль. Теперь чеснок. Помельче. Измельчаем. Так. Где-то столовую ложку чеснока. Все это измельчаем. Вот так. Уже запах пошел, да? Это все, чтобы придать запах картошке. Вот подсолнечное масло. Тоже чуть-чуть. И хорошенько перемешиваем. Так, перемешали. Еще чуть-чуть добавим подсолнечного масла. И что у нас еще? Картошка. Режем пополам. И эту половинку еще раз где-то на три части, а также пополам. Вот так. Приблизительно. Измельчаем. Это самый простой способ приготовления картошки по-селянски. Не нужно ничего покупать ни в Ноусе, нигде, а вот дома приготовили. Все свеженькое, хорошо. Использовали 4 картошки для этого. Четыре-пять картошек. Так, хорошенько измельчаем. Это вы можете приготовить и как для себя, так и для гостей. Очень вкусно. Не знаю, некоторые, я смотрел, варят эту картошку, отваривают, а потом уже запекают. Мне кажется, так будет лучше. Она такая твердая будет. И все это хорошенько перемешиваем. Кстати, сковорода готова. Это у нас пергаментная бумага.
перемешали и ложим на пергаментную бумагу. Вот так все шикарно выглядит. Запах. Так, готово. И, в принципе, все. Сейчас зажигаем плиту. Сейчас 5 секунд. Надо спички. Есть. Ну, в принципе, готово. И теперь и закрываем на где-то полчаса, да? Полчаса. Ну, видите, здесь плита простая, не надо выставлять температуру. Просто поставили на полчаса и ждем. Все очень шикарно будет выглядеть. Так что я вам покажу результат. Потом вот так, все простенько и со вкусом. Ну вот, друзья, начинаем. Посмотрим, что с картошкой. Прошло уже 40 минут. Рассчитывали на полчаса, но ничего, вот она уже и готова. Вот, смотрите, какая красота, да? Так. Ух ты! Сейчас прикроем. И вот так все выглядит. Смотрите. Ух. Шикарный запах. Итак, будем есть нашу картошку с огурцами. Вот баночка такая. И шпротами. Сейчас все это откроем. Так, огурцы вот такие, смотрите, шикарные. И шпроты открываем. Ну вот, вот такие шпроты и приятного аппетита всем. Попробуйте, очень вкусно, шикарный рецепт, очень приятного аппетита. Всем пока!